И потом я начну задавать вопрос. Типа веселый, да, типа такой? Как хочешь. Да, только веселый дурачок тут в грани есть такая. Ну да? Не дурачок, что дурачок? Просто. Так, все замолчали, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Главчев Сергей. Мне 29 лет. Сложных работ не бывает. Ну, если она не нравится, тогда она сложна. Если она тебе в удовольствие, она всегда тебе в радость. И ты выгнешься и станешь на край моста, и тебе это не будет сложно. Почему ты выбрал актерский путь? Я не выбирал актерский путь. Скажи, ты режиссер по образованию. Что тебе нравится вообще в актерстве, в театральных работах, возможно? Мне нравится просто создание. Когда создается что-то интересное, мне приятно принять в этом участие. То, что тебе интересно смотреть. А если его еще хочется и пересмотреть, да это вообще замечательно. Будь то фотография или видео, или песня. То, что тебя радует. Когда оно нравится тебе, оно, возможно, понравится и кому-то еще. Я снимаюсь только в очень интересных видеоработах. Только в интересных. Обожаю женскую улыбку. Когда они улыбаются, это просто наслаждение. Ведь когда они злые, тебе совершенно не хочется быть рядом с ними. Любите людей, любите! Обожайте мужчин. Обожаю случайные неслучайности. Нравится, когда приводит что-то к чему-то. И не просто так. Интересно узнать, что же на самом деле скрывается в конце игры. Не переключайтесь. Люблю общительных людей. Творческих, светлых, открытых, доброжелательных. Мне с ними легко. Что с моим голосом, черт? Бери. Или лучше на украинском. Или пофигу. Да, пофигу.